Всем привет, вы на канале Смотрящий Царюк. Смотрите, какой крокодил. Сейчас мы в зоопарке, очень все красиво, сейчас все покажу. Good morning, how are you? Слава, надо идти, сказали, надо вниз. Идти вниз надо. Пока-пока, тритон. Супер змея большая. Так, я король. Всем привет. Я королевич, король, королевич. Очень красивая птица. Привет. Я супер большая рыба, дракон. Рыба луна. Ничего такого. Всего лишь это супер, супер редкие рыбы, которые никто почти никогда не видел. Ничего такого. Рыба дракон. Всего лишь таскат электрический. Опять же говорю, всего лишь таскат электрический. Просто так. Всего лишь это очень странные рыбы. Чух-чух, поезд отправляется. Ну что, поезд отправляется. Бай-бай. Поезд не отправился, но я увидел пингвинов. Hello! Они нас попрощаться пришли. Вот. Сейчас. Вот мы находимся здесь. Мы сейчас вот по рельсам поедем сюда. И это крытое здание. Внутри там будут джунгли. И черепахи. Животные. А черепахи будут? Да, черепахи тоже. А потом мы поедем вот сюда. Это новая часть зоопарка. И мы увидим там вот таких животных. Вот, стой. Это. А вот эта карта всего зоопарка. Я сюда хочу поехать. Да. Да. И мы туда как раз, наверное, и едем. И потом увидим тут и жирафа, и слоника. Вот вся карта. Вот вся карта. Большой зоопарк. Я очень большой. А? Сову я не против. Я сова, значит сова. Мы не успеем все обойти, потому что зоопарк очень большой. Согласен. Павлин, нет! Куда мы уезжаем? Нет! Туда, куда мы идем, там будет даже больше, до 30 градусов будет, прикиньте, до плюс 30. Прикиньте, как придумали, там какие-то будут, как в Мадагаскаре, животные. Короче, зашли мы, только-только зашли мы, и тут жарко. Срочно подпишитесь на мое видео, и тогда вы увидите этих птиц поближе. У вас есть 0 секунд. Подписались? Погнали. Может быть, плохо видно, но вот это летучая мышь, видите? Видите, это летучая мышь, вот. Вот мы в закрытом помещении, вот. Поднялись на очень высоко, вот. Настоящие джунгли. Прикольно очень. Очень красиво вот. Утки! Привет! Смотрите, какая птица красная, прикольная. Вот еще птичка. Видите это? Это панцири больших таких черепах. Очень большие вот. Еще одна вот птичка серенькая, видите? Аккуратно, утка переходит дорогу, стоп. Утка переходит дорогу, аккуратно. Кадр. Не надо ее пугать. Птичка, птичка, подожди, не иди куда-то. Птичка, птичка, подожди, не иди куда-то. Hello. Пока. Хамелеон, посмотрите, вот хамелеон. Я сомневаюсь, что кто-то видел его. Еле его видно. Еле его видно. Он, кстати, лазил туда. Это тоже хамелеон.
третья птичка. Прикольная птичка. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.